Всем привет! Сегодня были в светофоре, говорю, в фикс-прайсе. Вчера в огороде копошилась. Опять ногти такие. Хотела себе перчатки купить, так и забыла. Резинки у меня потерялись все куда-то, попропастились. Вот такие резинки взяла, 5 штук, 59 рублей. Вот эти два можно айжанки, эти три себе. Вот эту лапшу взяла, ролтон яичную, когда времени нет. Быстренько в супчик добавить, 79 рублей. Кстати, фольга для запекания вот это вот подорожала, 99 рублей. Короче, везде подорожала фольга. И еще купила вот такой чай, натуральный сбор. Не знаю, как он, вкусный, невкусный. Но здесь одни травы, муравки. Лист земляники, лист мяты, кориандр, корень валерьяны, пустырник, ромашка. Буду пить. Успокаивает вечерний сбор. И еще купил себе повязку и жанки карамельки. Где? Вот они. Ох ты, вот такие карамельки и жанки купил, да? Жанка, все, убирай. Убирай. Красотка. Как дела? Хорошо. Что делаешь? Я ездила. Ездила? Куда ездила? В магазин. В магазин ездила? Как настроение? Хорошо. Ладно, тогда ждем. Ждем, пап. Ожидайте. У нас, девочки, прекраснейшая погода. Солнце, жара, градусов плюс 30. Сегодня будет, короче, классная погода, вообще красота. Как я долго ждала это лето, а? У нас полтора месяца не было тепла. У нас было холодно, у нас ни дождей не было, у нас просто было холодно. А сейчас просто ляпота. Вот такая у меня повязка. Я купила. 59 рублей всего. Красота. На ВБ дороже, кстати, заказывают. Там от 100 рублей. Ну, там 150. Здесь 59 рублей всего. Ждем папу, да? Что он долго вообще. Сегодня у нас опять арбузный день. Купила арбуз. 37 рублей, по-моему. Но это у нас уже в полушке, поэтому подороже. В овощном-то дешевле, но в овощной мне неохота было поехать, поэтому купила вот такой. Почти половинку слопали, чуть-чуть здесь осталось уже на донышке. Эта половинка отправляется в холодильник. Вкусный, мне понравился, вообще хороший. На 185 рублей вытянул. Небольшой я взяла, а так, если посмотреть, он вот красненький, красивый. Нажарила я здесь куриные котлетки, 4 штуки. Есть у меня вот такие булочки для гамбургера. Жарко, мы не печем ничего. Вот булочки такие. Давно еще покупала, срок у них еще хороший. Буду делать сейчас гамбургеры. Бургеры. Вот. Салатные листья есть, огурцы есть, помидоры есть. Котлетка, сыр теперь есть. Что еще надо? Все, больше ничего. Будут у нас вкусные гамбургеры. Хлопчик куриный. Никто не хочет кушать, жарко. Вот. Добавила приправы, поэтому вот здесь вот плавает на курином вот хребте. И здесь еще и мясо есть. Не вынимала. Лапша, кстати, которая ролтоновская. Она как домашняя, красивая, да? Можно сказать, что она домашняя даже. Красота. Также здесь потушила я куриные котлетки с чесночком. Имеется в виду чесночные куриные котлетки. Вот, для айжанки. Долго они тушились. Вот такие вот получились. Что получилось, то получилось, да? Ну, натурально. Эту куриную грудку я сама пропустила через измельчитель. И приправы добавила. Добавила туда творожка, сыра. Вот такие котлеты получаются красивые они, вкусненькие. Жанка отказывается, потому что на улице жарко. Все едят только арбуз и пьют квас. Больше ничего не хочется.
Так, ну вот такая красота у нас получилась. Такие бургеры мы с Айжанкой сделали. Так, здесь у нас салатный лист. Так, майонез, кетчуп, салатные листья, сыр, котлета, маринованные огурчики, помидорка, опять майонез, сыр и лук репчатый еще по небольшому кусочку. Вот такая красота. Пробовать будем вечером. Сейчас ничего не хочется. Но красиво получилось. Хоть и булочки готовые, все равно так на один раз. Конечно, хорошо. Ну, а так я люблю, конечно, с домашних булочек. Такая вот красота. Ляпота. Приятного аппетита всем. Как же вкусно пахнет к свежескошенной травой, девочки. Обалденно. Ой, этот аромат. Вот так распустились мои цветочки. Муж косит. А я поливала огород. Полила сегодня вот эти перцы. Дальше там капусту. Сорвала сегодня первый наш горох. Поела немножечко. Еще сорвала. Вкуснятина. Так красиво цветет картошка. Обалденно вообще. Как я люблю огород. Как это красиво все. Скоро будут свои кабачки, девочки. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще немножко и будут свои кабачки. Они уже есть, но они еще маленькие. Чуть-чуть пускай подрастут. Смотрите, как цветет. Как красиво. Мы не травили ничем. Я просто собираю. Вот такая красота. Кукуруза. Фасолька цветет, горошек, вон там горох тоже есть, и вон там есть еще далеко-далеко, потом покажу. Вон там вот у меня матиола расцвела, она безумно вкусно пахнет, девочки, она безумно красивая, она очень вкусно пахнет. Когда вот здесь все скосят, я вам ее покажу. Вот, на сегодня с вами прощаюсь, увидимся. Всем привет! Сегодня съездила в город, обновили сковороды. Вот такая сковородка. Так, 26 сантиметров в диаметре. Тефаль Тенденс Брауни. И такая же вот такая еще большая. Это у нас называется вок. Очень глубокая, смотрите. Очень глубокая красота. Сколько, интересно, глубина здесь? Короче, глубокая, классная такая. Тоже антибригарным покрытием. Все как обычно. Как раз удобно здесь можно и плов, что-нибудь потушить. Ничего выливаться не будет. А то обычно у меня в сковородах вечно, когда много насыпаешь чего-то, вечно выливается, когда оно кипит. Выливалось. А вот эта красота. 28 сантиметров в диаметре. Тефаль тоже. Такая красота у нас сегодня. Также я сегодня заходила в Fix Price и купила себе вот такие вот
туфельки, можно сказать, я не знаю, как сказать, ботинки, ой, туфельки, шлепанцы такие, очень удобные, 37 размер, такие вот удобные. Смотрела 36, 36 был как раз тоже, у меня обычно 36-37, взяла чуть побольше, потому что когда сильно маленькая, вот здесь вот нога, когда ходишь, выпячивается и больно становится, лучше пускай будет побольше. Очень удобно, 299 рублей вот такие вот. Босоножки, можно сказать, наверное, да? Мне понравилось. Я еще за ними уже 3 раза заглядывалась, все, мне неохота было их покупать, все то и все. А в этот раз, думаю, возьму. Сделано в России, написано. Посмотрим, сколько будет служить. Также заходила в Светофор. Там купила вот такую вкусняшку, восточную сладость. Пашмак называется. Пишмания, по-моему, называется это по-другому, да? С арахисом. Восточная сладость. 300 грамм. Люблю вот такие всякие восточные сладости. Очень вкусно. Дальше вот такую кашечку. 6 порций с изюмом. Написано быстро варю. Быстро, которую не надо варить. Я люблю такие кашки. Дальше вот такую грудинку взяла. Копчено-вареную. Будем пробовать. У продавца спросила, она говорит, хорошая. И дальше сок апельсиновый. 1 литр. И вот такой сок еще, яблоко, персик. Очень жарко. Ездила в город, так прям вообще не пила всю дорогу. Ху, приехала, зашла в Светофор, быстренько купила, попила. Вкусный, кстати. Яблоко, персик. Понравился. Айжанка показывает мимейки еще какие. 2 сырочка. Покажи, какие. Вот. Обратную сторону покажи. Где название? Да. Жарко тебе? Ага. Ногти надо состричь. Я поняла, как мы поняли. Красотка. Пингвиник. Вот.